Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, что у нас тут? Награды, забираем 75 капсул, 150 энергии и 2000 каких-то хреновин. Так, на почту быстренько бежим. Союзные двигатели какие-то доступны. Пакт ярости, коллектив симбионов. Рыцарь пустоты уже в игре. Уже в игре рыцарь, да? Открывает антивеном Человек-паук-симбион. Это что, новые задания у нас, что ли, появились там? Я так понимаю, на событии, да? Или где вы? Где они? Точно, друзья мои, коллектив симбионов. 35 дней будет доступно. Попробуй коллективный. Давай посмотрим, что тут у нас. Вау, возможные награды. Прям вот так вот слету. Это я, ребята, удачно зашел. О, мы заодно и посмотрим. Фига себе, смотри. Ну-ка, давай-ка глянем, что это за партизаны такие, с чем их едят. Коллективный разум, да? Значит. Слушай, ну прикольно. Прикольно. Новые персонажи появляются в игре. Давай, 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 грузись быстрее, пожалуйста. Так, стоп. Что у нас тут? Фига, он мне напоминает, как серебряный серфер. Тоже на этой штуке. Ну, давай посмотрим вот этот вот удар. Нифига, нормально. Нормально, ребят, так. Шлепнул. Так, ну а? А так, а это что у нас такое? Ярость симбионов. Ну-ка проверим. Барьер? То есть это бафер? Фига, у нее тут что, кишка, что ли, торчит из живота? Фига, у нее там шкала растет, ты видел? Ярость. Блин, мне так хочется посмотреть, как она выглядит. А, это у нее язык, непонятно. Так, второй удар. Нормально, да? А, так она как типа Человек-паук, только анти-Человек-паук. Что-то типа того, блин. Слушай, ну нормально, мне нравится. Так. Попрошайки пришли, да? Вот это мне нравится. Кровотечение вешает. Фига он там. Несколько кровотечений. Так, плащик, иди-ка ты отсюда, а? Дай-ка вот этого, наверное. То, что на барьер, конечно, ставит, это офигенно, ребят. Фига она, блин. Прибавка к шкале скорости плюс 200. Минус 3 единицы энергии. Вот, смотри, уклонился гадюныш, а? Кровотечение. А ну-ка, вот этот удар.
такой, слабенький какой-то. Но, тем не менее, он сдох, ребят. Фига не, они, конечно, тут, ребята, ослабление кровотечения навешивают, будь здоров. Выглядит, конечно, солидно. Мне нравится. Слушай, 50 Карнейджа и Венома. Нормально, Веном даже у меня, по-моему, ребята, левел-ап сейчас получит. Ну, не левел-ап, а повышение. Так, там еще второе испытание и третье. Это как бы пробные им нам дают. Антивеном. Ну-ка, смотри. А на третьем... Блин, прикольно. Я думал, мы с тобой сегодня двух персонажей откроем. А, наверное... Нет, откроем мы все равно двух персонажей. Просто этих мы с тобой прокачаем. Давай дальше тогда смотреть. Ну, кто тут? Крик и... Будет крик доступен. Еще тот там. Ну, в принципе, мы посмотрелись. Тут можно, ребята, ставить на третью скорость и автобой. А это кто такой? Что-то не понял я. А, это разрушитель. Дедлок этот. Ну, это прикольно смотрится, да? То есть, получается, вот эта вот девчуля, как ее звать-то хоть? Гвеном. Гвеном. Она, получается, у нас идет как бафер. Она заполняет шкалу, делает барьер. Ну и при этом она еще что-то может показать врагам. Так, еще 4 врага будет, помимо вот этих вот. 3. Слушай, ну кровотечение. Ты посмотри, сколько кровотечений там навешивает. Ё-моё, 3, 3, 3. Это 9. Она сдохнет просто на следующем ходу. Офигеть. Просто рвут. Жестко. У нее такой капюшон такой. 40 тысяч. Фрагменты сферы рейда. Мы еще и фрагменты с тобой наполучаем. То есть, может быть, даже кого-нибудь прокачаем. Хотелось бы, блин. Так, ладно, у нас остается последний здесь этап. Вот он. Это, видишь, пробная игра написана. А потом они будут... Что говорить, ребята? Как всегда... Чтобы пойти в следующий, ну, этап, прокачай Венома до, там, я не знаю, до 50 уровня, шмот там до 10-го, 10-й категории. Ну, что-то типа такого будет. То есть ты не пойдешь просто так и начнешь там драться. Нифига. Какие-нибудь, как всегда, закавыки будут делать. Ладно, нам главное здесь вот эту пробную пройти. Фига тут. Да, я вот смотрю, все-таки Веномы, они именно на дебафов. Именно дебафят капитально. Смотри, они блокируют все практически. Замедляют. Хил запрещают. Кого-то даже оглушают, блин. Кровотечение немерено висит. А благодаря этой девчуле, которая вешает барьер, блин, в 400 единиц, ну это вообще топ. Видишь, ослабление, блин. Жестко же. То, как говорится, не сдох от удара, тот сдохнет от кровопотери. Так, еще 7 врагов будет.
То есть они, как бы, понимаешь, они с каждым разом, вот Веномы, да, они, например, были слабенькие. Сейчас у них появляются вот эти два новых персонажа. Эта команда, считай, ну, приобретает и расцветает уже в новых красках. Благодаря вот этим двум новым персонажам. Потому что до этого был только Веном и Карнейдж. Ну, там, я считаю, Крик и Анти-Веном еще, по-моему, был, да? Или как его звать? Который с пистолетами. Как его там звать-то, я уже не помню. А теперь еще два персонажа новых добавляются в эту команду. Ну и все. В принципе, вот так они разбираются со своими противниками. Но вот как это смотрится, это, конечно, круто. Сейчас мы посмотрим, что нужно для того, чтобы пойти уже, ну, на основу. Что они там потребуют. Пробная игра типа прошла. Ну вот смотри. История. Получи потрясающие награды. Ну-ка. То есть просто сейчас награды, никаких этих не будет, что ли? Так, требуется только персонажа коллективного разума или симбиона. Требования: Карнаж, Веном. О! Тут нормально, ребята, уже наградки идут. Так, ну что, давай мы, наверное, знаешь, что сделаем с тобой? А здесь я так и не получил, ребята. Вот только змей у меня был и все. Пойдем откроем персонажей, наверное, новых. Ну как новых? В игре-то они же уже давно, ну, я только недавно накопил, точнее, сегодня. На одного так точно только сегодня накопил. Так, ну что ж, здесь забрали. Давай. Вот они, ребята. Лунный дракон. Лунный дракон и ее соратница Фира Вэл, ключевые члены Дозора Бесконечности. Лунный дракон обеспечивает душевное исцеление. То есть, я так понимаю, это хиллер-баффер, да? Вербуем, друзья мои. Я давно ее хотел получить. И, наконец-то, получил. Две звезды всего лишь у нее. Ну и красный череп, друзья мои. Красный череп. Воплощение ненависти, красный череп коварен, безжалостен и не остановится ни перед чем, чтобы вместе с верной гидрой добиться победы в войне. Ну и рожа у тебя. Напоминает мне чем-то Джим Керри в маске, только рожа не зеленая, а красная. Так, ну что у него тут? Пистолет, ребята. Наносит основной цели 70% проникающего урона и накладывает ослабление защиты. Во время обороны в войне накладывает провокацию. С шансом 40% также атакует до одного ближайших целей, нанося им 50% проникающего урона и накладывая ослабление защиты. Призывает двух приспешников из гидры со 100% от обычного урона и 100% от обычного здоровья. Заполняет шкалу скорости персонажа и всех союзников на 15%. Может призывать ученого гидры или стрелка гидры. Как-то так. И теперь прокачиваем наших веномов. Надо их найти еще. Так, новый ранг. Нормально, друзья мои, нормально. А Карнейдж? Все, больше никто у нас не хочет. Нет, Крик. Крик тоже, ребят, получает новый ранг. Третью звезду. Так, ну здесь все. Так, события, подожди. Тут-то что у нас? Заберем. Так, давай-ка здесь глянем. 25 карточек, нормально.
Даже заморачиваться не буду, просто кликаю. Тут все равно ничего путевого не получишь. Так, и 9 сфер. Какие 9 сфер-то у нас? Что за сферы? Так, ну это понятно, одна красная. Вау! Друзья мои, черная пантера первый. Хм. Вот так вот. Нежданно-негаданно получаем, ребята, еще одного персонажа. Прям с лету, с пылу, с жару, как говорится. Так, здесь. Здесь я возьму... Наверное, вот это вот снаряжение. Так, ну что, теперь открываем сферы. Шестьдесят сфер. Ну, ребят, должно, наверное, что-нибудь. Долго что-то думает как-то. Шестьдесят, отлично. Ага, выпали 6 сфер. Не знаю, хватит мне этого или нет. Или не эти нужны нахалка, я уже не помню, ребята, если честно. Сейчас глянем. Так, Халк. Нет, не это, да, не эти нужны. Немножко другие, получается. Хотя эти... Мне не хватит, да, 250 нужно. Но это на 3 штуки. Одной штуки не хватит. Бесяво, конечно. Ну что, ребята, вербуем черную пантеру. Башенга под действием обнаруженного им метеорита из вибраниума, который попал к Ваканду, и сердцевидной травы в один миллион году до нашей эры стал первой черной пантерой. Вот так вот. Честно говоря, я не видел, чтобы этот персонаж где-то фигурировал. Наносит основной цели 100% проникающего урона. Наносит основной цели 100% проникающего урона и накладывает одно заражение, ослабление защиты. Максимум 5. Также атакует до 3 дополнительных целей, нанося 100% проникающего урона. Может возвращаться к уже пораженным целям. Контратаки прерывают цепочку атак, если у любого союзника из псов войны есть скрытность. Дополнительные цели могут находиться в состоянии скрытности. На эту атаку нельзя ответить контратакой и дает 500% дополнительной концентрации. Нифига себе. 500% дополнительной концентрации. Прямо имба какая-то. Так, подожди. Заберу здесь сферу. Хэлла выпадает. Ну и ежедневки, само собой, ребята. Ежедневки забираем тоже. Отлично. Так, купить припасы 3 раза. Вот это вот возьму, наверное. Вот это приобретем. Ну вот это возьмем, 71 штука всего лишь, что мало. Так, укольчик, ДНК, ну вот так вот. Что у нас тут? А здесь у нас, а здесь у нас Шан-Чи. Как качал, так качаю пока по-прежнему. Здесь вот так вот. Тут не хватает ничего. Получается, что здесь все, да? Так, нет, 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 не список лидеров нужен, технологии Старка. Вот так вот. Получить. Ну что, пойдем дальше тогда. Блин, сейчас, подожди. Заберу все.
Так, а тут-то что у нас? А, ну тут я победил, да? Угу. Так, это я уже потом. Здесь, в налетах. Сейчас, ребята, отыграете. Ну давай. Там у нас Веном на розыгрыше стоит. Ну, еще не последний раз. Все, да? Больше у нас не закончилось. Так, забираем здесь. 5 веномов. Ну что, и попробуем. Попробуем посмотреть, что здесь нужно. Веном, хватай снарягу и валим, пока охрана не подоспела. Веном. Эй, я с тобой разговариваю. Тихо, мы что-то слышим. О чем это ты? Мы ведь тут одни. Я тоже что-то слышу. И не пойму, где источник этого голоса. У нас в голове. Надо бы избавиться от этих тупиц, чтобы снова его услышать. Че, они вдвоем, что ли, блин? Карнейдж и Веном вдвоем будут, что ли? Да ну нафиг. А Крик? Почему Крик сюда не воткнули? Она же считается тоже одной из этих. Ладно, посмотрим вдвоем. Они у меня не очень-то прокачаны. Потянут ли? Я тебя правильно понимаю. Утолим голод. Привет, присоединяйся. А, ну вот. А вы тоже слышите этот голос? Это только начало, дальше будет лучше. Ну да, дальше будет лучше. Вот у них вся команда, ребят. Да ладно, он выжил? Ага, все. А, нет у меня этого удара. Подожди, а это тоже у нас Человек-паук? А, симбион. Вот этот бафер главный здесь у них. На нем как бы держится команда, скажем так. Каню там, да? Сложился, блин. Ну все, понятно, что им тут кранты. Карнейдж, ты что-то об этом знаешь? Говори. Этот голос мне знаком. Сладкий шепот из прошлого, окутанного черно-красной пеленой. У меня в глубине сознания словно что-то ползает и шевелится. Оно захватило контроль над моим телом. Но что поделать, придется слушаться. В то время как члены команды открывают санспотов, Рэй открывает Черную Пантеру первой категории, блин. Молодец. Ну, есть разница, Санпот или Черная Пантера? Слушай, ну прикольно мы тут в бой. Зачем он гонит нас на восток? Ты чем слушал до этого? Он хочет, чтобы мы проявляли себя. Надо сначала найти легких жертв для разогрева. Легких жертв для разогрева, окей. Но 100% мы сейчас с тобой где-нибудь дойдем до какого-нибудь тупика, что там уже
наша команда просто не будет справляться. И скажет: качайте, прокачивайте их. Вив, что-то случилось? Да, сюда мчатся симбионты. Как мило, семейный пикник. Меня сейчас тошнит. Нифига. Ну, удивляться нечему, друзья мои. Они у меня не прокачаны, особенно этот крик, так что... Оу. Да. Так, всем запрет на лечение, да? Давай, давай, родные мои. Так, минус алая ведьма, отлично. Сейчас вижна надо. Успею ли я его вольнуть? Пикс. Да понятно, что ты будешь делать? Ну да, кровотечение в основном они вот на этом работают. Я просто не знаю, как мы дальше будем с тобой проходить, если мы такие ватные и не можем, блин, второй поединок пройти. О чем тут дальше тогда можно вообще говорить? Да валите вы ее уже, господи. Так... Только думал, на три звездочки пройдем. Фиг с ним, блин, не получилось, блин. Завалили эту хмреху, блин, крик этот. Опять этот голос. Он велит нам отправиться в какую-то дыру. Но зачем? Там же в прямом смысле ничего нет. Нам нужно нарастить силы, надеюсь, для чего-нибудь жуткого. А вот это уже интересно. На две звезды, ребята, блин. Да. А дальше-то что будет, я не знаю. Блин, надо их прокачивать. Мне бы, конечно, хотелось бы новых персонажей получить. Так. Скоро зарплата. Скоро зарплата, блин. Да, крик, конечно, разобрали просто на изи. Так она сама по себе не прокачанная. Я ее даже не качал, ребята, так что... Чему тут удивляться? Она самая-самая слабая получается из всех. Так. Ага. Ну, 3000 слабо, мало.
Так, а как у нас там симбиоты, да, они называются? Усилитель, целитель. Вот, симбионты. Ну да. Карнейдж и Веном 43 уровня. Этот 32, 36. Это 21. Уровень. А по мощам 13, 9, 6, 5. Да, по мощам. По мощам это вообще ни о чем. Просто ни о чем. Так, ну ладно, давай попробуем еще. Так, что тут опять? Так, Майл Моралес получили и... Давай здесь откроем фиксы. Опять красная сфера. Кейбл. Одна карточка на него выпала. Понятно, ничего хорошего. Интересно, потяну ли я второй-то этап? Мне кажется, вряд ли. А вот тут что? Ну, если просто глянуть. Какого там? О-хо-хо-хо-хо! 38 тысяч мощей. Ну, это, ребята, конечно, жесть. Ну, давай посмотрим. 9 тысяч, да? Здание Бакстера. Крошка, добро пожаловать в пентхаус. Тут настоящее логово науки. А это еще что такое? Не надо грубить. Бенни и так комплексует из-за своей внешности с тех пор, как стал каменным уродом. Нет, я про это. Ну, даже не знаю, ребята. Попробуем, конечно, навалять девятитысячникам, блин. Своим. Мне кажется, не получится. Это, блин, так специально делать, ребят, чтобы прокачивал, блин, своих этих персонажей. Ниш не может взять никого другого. Вот как вот есть эти симбионты, и все, ты должен ими играть. Ну, хотя бы в этот раз Сью не сможет сказать, что во всем виноват я. Так, их пятеро здесь будет. Ну давай хотя бы одну там завалим. Правда, этот факел, человек-факел тоже бесит меня. Давай, кусай его там сзади. Джонни, что тут происходит? Без понятия, но во всем наверняка виноват Рид. Так, ну тут надо этого валить в первую очередь, потому что он иначе будет, ребят, в любом случае брать провокацию и... Замучимся мы его пробивать. Так, ну понятно, это леди, блин. Ну куда же он мог еще бомбануть? Конечно, по самому слабому.
Не, этот чувак вот был бы хорош, если бы он был бы полностью прокачан. У него массовая атака, это... Было бы очень кстати. Давай я в тобой поставлю, посмотрим, как он тут будет. Мы даже не можем задебафить их, прикинь. Да чего слабые мы. Да вообще никакого дебафа. А, не, вон кровь тени повесили. Так он сейчас накажет его сразу же. Естественно. Чмошник, блин. Его надо было восстанавливать где-то в конце уже в самом. Но тем не менее, здесь прошли, друзья. Вот этот терминал подключен к генератору. Ну, понятно, в общем. На ускорение фиг что прочитаешь. Опять же на 2 звезды. Угу. А на 3-м этапе, если там сейчас за 10-ку, ребята, ну где-то 12-15, то в любом случае мы уже не справимся. Не сможем одолеть по мощам, элементарно. Нет, с этими справимся еще. Должны. Так, друзья мои, я, наверное, буду сейчас закругляться. Потому что времени поздно. Мне еще завтра на тренировку надо идти. Надо кимарнуть 4-й час. Я что хотел? А, я хотел энергию потратить. Сейчас потратим ее, потому что она все равно уже потом успеет накопиться. Так, ага, улучшение. Отлично. Так, ну скоро он что, ребята? Скоро он будет максимальным. Скоро он будет у нас максимальным. Так, кого я еще хотел найти-то? Блин, я не помню, кого я хотел найти, искать. А, вот этого. И шокер, получается, да? Шокер, кстати, тоже, ребята, прокачается до фулки. И будет фуловым. Потом только шмотки ему качать надо будет. Да? Да. Так, ну что, я считаю, неплохо, ребята. 3 персонажа сегодня у нас. Пантера, красный череп и лунный дракон. Прекрасно. Хороший уловчик сегодня был. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда на сегодня будем закругляться. Уже увидимся в следующей серии и продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.